Главная природная достопримечательность региона – национальный парк Самарская Лука. Самая высокая из доступных обычному туристу точек Жигулевских гор – Стрельная. Сокский карьер, который чем-то напоминает футбольный стадион, вторая по мощности гидроэлектростанция в Европе – Жигулевская ГЭС и одно из самых удивительных творений природы региона – Голубое озеро. На посещение этих живописных мест туристы на квадроциклах со всей страны потратили 5 дней. Они выиграли поездку во всероссийском конкурсе «Поехали с нами». Жительница Тюмени Ольга Романова на таком транспорте путешествует впервые и говорит, невероятная красота Самарского региона поражает. Это было вообще величайшее, по-моему, приключение за последние, не знаю, сколько лет. Это очень захватывает дух. Круто. Мне очень понравилось. Все 5 дней мы останавливались на ночлег, и всегда был берег Волги, был берег песчаный, был с галькой, и можно было купаться сколько угодно. Благо, погода нас очень радовала. Я очень рада, что я оказалась здесь. Я посмотрела природу, я вдохновилась, и заряда энергии и позитива мне хватит еще на очень долгое время. Среди участников путешествия люди со всех уголков России разного возраста и профессий. Вместе проехали 500 километров по труднопроходимым местам, скалистым горам и бездорожью. Аппараты, я вам честно скажу, просто шикарные. Мы вот ездили, у нас лично был вот аппарат под 17 номером, но они у нас 3 близнеца, мы их называли между собой рыжими. Вот, и наш, скажем, предводитель ездил вот на багетке, это UTV квадроцикл двухместный. Бугры были затяжные, был легкий бездор. Заезжали на вот такие вот горы, ехали сотни километров все-таки по дорогам общего пользования, это и скоростные участки и так далее. Вот на всех режимах использования, эксплуатации вот эти аппаратики показали себя. Подали заявки на участие в конкурсе более 300 желающих, но только 30 стали победителями и отправились в тур на квадроциклах. При этом каждый из участников конкурса выбрал локацию для отдыха из 4 предложенных организаторами. И Самарская область порадовала туристов своими достопримечательностями. Климат понятно. Живете вы в прекрасном месте, даже не жалуетесь. Второе, что понравилось, очень хорошо оборудованы туристические места, так вот как Самарская Лука. Есть хорошая экотропа, удобно подъехать на квадроцикле, оставить безопасно оборудованные стоянки. Очень приятно то, что сотрудники лесоохраны очень хорошо и доходчиво отмечают там, где нельзя заезжать в лес. Впереди у команды экстремалов поездка по Республике Башкортостан. Уже 20 августа стартует из Уфы, а в сентябре отправится покорять сибирские просторы. Светлана Кудрявцева, Елена Малютина, Николай Епифанов. События.